Всем приветики-конфетики, снова с вами я, Лисита. И сегодня это будет очень длинный ролик, как я и обещала. И потому что я провела голосование, и 14 человек проголосовало, чтобы я делала длинный ролик про летсплей. И погнали! Итак, я забрала некоторые еще ресурсы с моей дачи, вот с прошлого домика, где я жила, вот. Ну и я, короче, планирую сделать по типу таблички, что вот типа тут живет Лисита, вот. Так, для начала я возьму вот. Нужно мне скрафтить, короче, заборы. Ну, короче, вы увидите, что я сделаю, вот. Так, скрафтим заборы. И у меня есть такая подвесная табличка. А сейчас я сделаю, наверное, вот здесь. Вот. Так, строим. Ой, не туда промазала. Так. И теперь делаем вот так. Сейчас. Ой, сначала нужно дерево убрать. Вот, а то оно мешается. Нам нужно вот это вот все, всю листву подстричь, и будет прям красота. Еще нужно мне вот дуб сам срубить, ну, дерево. Так, срубаем. И сейчас подвесную табличку повесим, которая сделана из вишневого дуба. Итак, табличка готова. Вот такая у нас красота получилась. Можно, кстати, еще с обратной стороны что-то написать. Ну, вроде бы и так миленько получилось. Так вот. Итак, идемте домой. И сейчас я еще буду украшать свой двор. Я посажу сакуру. Ну, саженец вишни. Странно, что это не сакура, хотя на сакуре цветет вишня. В принципе, логично. Вот так вот, нужно в разных местах посадить эти саженцы. Мне кажется, будет красиво, необычно. Вот. Будут они очень выделяться, эти деревья, когда они вырастут. Вот. Но я, наверное, удобрением их удобрю. Что сажаем эти саженцы, вот один саженец остался, все, мы его посадили. Еще так, еще нам нужно посадить саженцы вот мангрового дерева. Вот. Так вот, удобряем наши деревья, чтобы они быстрее выросли, вот, а то это будет очень красиво. Так, идемте дальше удобрять деревья. Заодно я, пожалуй, удобрю и траву, чтобы было очень красиво, чтобы цветы еще росли. Вот. Так, нужно еще как-то будет украсить все. У меня есть вот такие кустики с цветами. Сейчас мы их тоже посадим. Так, вот сюда. И так, нужно прям ровно отчитать. Вот сюда. Вот, все идеально. Вообще, какая у нас красота уже получается. Ну, у нас и была красота, но мы улучшаем, вот. Так, нужно еще украсить. Вот, у меня тут есть коврики из листвы. Это цветущая азалия. Вот. Мы тоже вот в некоторых местах вот ее просто поставим. Вот, для украшения тоже. Вот так вот, все. Уже темнеет, так что пойдемте-ка домой спать. Нужно, кстати, тоже кровать улучшить, потому что, ну, она как-то вот в беспорядке у меня стоит. Почему у меня вообще две кровати раздельно? Капец. Я еще планирую вот так вот листвой все украсить. Вот это будет красиво. Сейчас украшаем все снаружи, вот, чтобы у нас все выглядело очень красиво. Кстати, забыла вот сказать то, что
Берите чаёк и вкусняшки, потому что ролик реально будет, ну, такой долгий, вот. Просто это подписчики любят мой летсплей, ну, то есть вы, вот. И вот на днях выходила, короче, 14-я серия моего летсплея, и она такая была более короткая, вот. Но и мне одна подписчица Юмика, кстати, привет, если ты смотришь, вот, и она написала то, что, блин, жалко, что так быстро закончилось, вот. Ну, и я решила предложить такой вариант, по типу, сделать долгую серию моего летсплея, раз вы так любите мой летсплей, вот. Так, сейчас я улучшу кровать, вот, только вот нужно еще придумать как, вот, так, у меня есть такой бирюзовый краситель, нужно ошейник собаки в этот цвет покрасить, мне кажется, будет очень красиво и модно смотреться, вот, так, берем шерсть, я, короче, еще планирую коврик продлить на втором этаже именно. Вот, так, делаем коврики, вот, и бежим на второй этаж, и сейчас мы продлим коврик. Так, вот так, и вот так вот. Хотя нет, не очень смотрится, давайте по-другому сделаем, я уже знаю как. Вот, сейчас, так, котик тут мешается немножечко, вот, но сейчас мы его подвинем, не волнуйтесь. Так, давай, котик, подвинься. Так, продлеваем. И еще два коврика. Вот, все отлично, вообще супер. Вот, и коврик так... Ой, и котик так миленько смотрится на этом коврике. Просто прелесть. Вот, ой, смотрите, какой котик с бирюзовым ошейником. Я уже забыла, что у меня вот есть питомец с бирюзовым ошейником. Так, красим собачку. Вот так вот. Ну, ошейник собачки. Я так сказала, как будто бы сейчас покрашу шерсть собаки. Вот. Проснулись, улыбнулись. Короче, сейчас я сделаю нормальную себе полноценную кровать. Правда, мне нужно вот очистить территорию, так что, котики, подвиньтесь, пожалуйста. Вас слишком много, я кошатница какая-то. Вон. Кстати, я планирую еще когда-нибудь завести лисичку. Вот. И она вот будет меня защищать. У меня даже был туториал на канале, типа, как можно приручить лисичку. Вот. Ну, я думаю, что все это знают, но мало ли кто не знал, да? Вот. Так что я себе когда-нибудь приручу лисичку. Вот. И будет все супер классно. Вот. Так, делаем кроватку. Так, сейчас я еще сделаю люки, они мне понадобятся. Думаю, 6 штучек мне хватит. Так вот, делаю. Так, господи, чего ты не ставишься так? И вот так вот. Ой, а где еще одна плита? Люк, точнее. А как он здесь оказался? Офигеть. Я его даже не ставила. Нифига себе, как я так сделала. Короче, кроватка моя полноценная готова. Все отлично. Я вот думаю, может быть, еще как-то улучшить кровать. Вот. Еще заборы скрафчу. Может, они еще пригодятся. Вот. Может быть, сделать как-то у кровати что-то. Я вот даже не знаю, вот. О, там чувак, кстати, летает в окне. А, так, ладно. Видать, тут больше ничего не сделаешь. Вот, так что заборы я сохраню. Вот. А сейчас, вот, я не знаю, что мне еще сделать. Вот. Пойду прогуляюсь пока что. Так, мне нужно еще вот дерево. О, господи, эндермен. Здорово. О, нет, он на меня загрелся. Нет, нет, уйди от меня. Блин. Зря я ему в глаза посмотрела. Я просто думала, он никак не среагирует. Теперь мне придется бежать от него. А я слышу, как он за мной бежит. Блин, блин, блин. Нужно быстрее бежать. Господи. Да.
Отвали от меня, Эндермен. Я не хотела отнять у тебя блок, который ты держишь. Я не хотела забрать твой блок с земли. Фух, он от меня отвалил. У меня так мало хп, это я должна быстренько покушать. Фух, поиграла в догонялки с Эндерменом, называется. Вообще, лол, просто ору. Вот, я буду сейчас дерево добывать. Не знаю для чего, но что-нибудь придумаю обязательно. Итак, ребята, я пока бежала, у меня родился вариант, то что, как вам идея сделать, ну, такой шкаф? Мне кажется, это превосходная идея, а еще я придумала, я сделаю книжные полки, куда можно вставлять книги, вот. Но сначала я скрафчу бочки для шкафа, вот. Ну, мне кажется, это очень хорошая идея, вот. А, так, мне не хватает дерева, ё-моё. А вот, у меня есть. Вот, мне нужно еще вот... Знаете, было бы прикольно еще создать серию по типу «Лисита-лесоруб». Мне кажется, это прикольная идея. Типа, ты всю серию просто тупо добываешь дерево. Вот. Или следующая серия, там, «Лисита-каменщик». То есть ты там... ты добываешь камень-булыжник. Вот. А я, кстати, видела только что Эндермена, который со мной в догонялки, блин, поиграл. Вот. Но я его не буду трогать. Вот. Пока что я еще буду добывать дерево, потому что мне его просто-навсего не хватает. Вот. В этом и минус. Вот. Вот жиза, да, то, что вот, кажется, ты добыл много дерева, и тебе хватит на вот домик, но тебе его не хватает. Вот, это вообще жиза жизненная. Вот, по-другому и не назовешь. Вот. Кстати, ребятки, уже прям скоро лето. Вот. Я думаю, вы все, как и я, ждете этого прекрасного лета. Вот, напишите в комментариях, какие у вас планы на лето, вот, ну, у меня 12 планов, вот, у меня все написано, вот, у меня есть подруга, которая вот вообще все лето будет, ну, не все лето, ну, короче, она будет занята, это, ее в лагерь отправят, короче, это капец. Вот, мне ее жалко. Вот. Короче, крафчу я эти книжные полки, куда вот нужно складывать книги. То есть не вот те старые, а вот в обновлении Майнкрафта. Вот. Так что вот так вот. Я думаю, вот очень большое количество людей ждет это прекрасное лето. Вот, я, например, уже в шортах хожу, то есть у нас погода прям вообще прям лето, вот, знаете, вот. Так, я делаю шкафчик, ну, блин, почему-то мне кажется, что я не так делаю. Сейчас я построю вот, поставлю еще люки и посмотрим. Так, нет, кажись, я не так делаю, да, придется убирать. Ну ничего, снова построим. Вот, не унываем, у нас серия долгая. Да. А пока что вы можете послушать музыку и смотреть, как я буду строить этот шкаф. Итак, ставим люки. Вот, я, кажется, все правильно строю. Вот, надеюсь, у меня получится. Ну, должно получиться. Так, сейчас я по-профессиональному сейчас запрыгну. И оп, все, отлично. И вот так вот ставим люки. Все, отлично, шкаф готов. Ну, почти готов, осталось еще два люка скрафтить. И все, мы сделаем с вами вот эти вот дверца. Если их так можно назвать, вот.
Так, крафтим эти люки, да. Так, сейчас я буду вот люки вот так ставить. Ой, у меня, блин, неправильно поставлено, ну, конечно. Вот. Да, блин, да это вообще неправильно, да что у меня происходит такое. Вот, уже стемнело, вот. Так, все готово, шкафчик готов. Отлично, мы с вами много чего успели сделать, да, котик? Ну, какой-то мимимишный. Так, пойдемте поспим. Нужно сохраниться. Все, спи, моя радость, усни. Все, просыпаемся. И сейчас я не знаю, что нам делать. А, у нас еще эти книжные полочки. Но для начала я еще хочу... так, мне нужно много факелов. Вот, чтобы... Чтобы что? Мысль забыта. Ладно, сейчас я вам покажу. Для огорода. Вот. Ну, вот столько нам хватит, в принципе. Так, крафтим эти факела. Ой, у меня немного лагает этот Майнкрафт. Ну ладно, ничего. Все, идемте. Да, ставим на мой огородик факела. Вот, чтобы он у меня ночью светился. Кстати, у меня появилась лошадка. Вот такая вот. Так, все, лошадь, не мешай мне, пожалуйста. Вот. Так, вставляем факела. Вот, у нас красивый огород, мы в прошлой серии его построили. Смотрите, какой у нас дом уже шикарный, офигеть. Да. Мой дом развивается с каждым разом. Вот. Так, что у нас еще есть? Ну, давайте подзорную трубу с собой возьмем. И... Блин, я даже не знаю, что еще поделать можно. Так. Ну, давайте вот книжные полочки поставим. Давайте поставим, знаете, куда? Вот давайте вот сюда, вот в этот темный уголок. Вот мне кажется, будет прикольно выглядеть. Так. Вот сюда. И пятый вот сюда. Блин, не очень смотрится. Вот этот я тогда уберу. Да. Ну, в принципе, хорошо получается все. И сейчас вот этими плитами из дуба вот так вот делаем. Шикарно вообще, просто респект. Вот. Респект мне. И сейчас я возьму тростник и сделаю из него бумагу. Вот, у нас еще 11 кровью и кожицы. Вот. Мне нужно еще вот вырастить этот тростник. Вот. Ну, я знаю, что у меня 19 штучек, это как бы много, но все равно мне нужно больше. Вот так вот делаем костную муку. Очень много. Вот. И тогда у нас будет много тростника, ведь он в 3 блока растет. Вот. Так что вот так добываем. Это, знаете, как бесконечная ферма. Но она только работает, когда я прихожу. Вот. Ну, все равно, это очень быстрый процесс. Вот. Все, мне кажется, нам хватает тростника. Сейчас посмотрим. 54 тростника. Это вообще супер потрясающий, отличный прогресс у нас с вами. Прям у нас дом процветает. Вот. Прям очень хорошо у нас все идет. Вот. Делаем бумагу, ну, перерабатываем. И делаем книжки. Вот. Ой, короче, летом я еще буду книги тоже читать. Книжки. Да, песель? Вот и ты, песель, пошли. Потому что нам не хватает кожи коровьей. И мы пойдем все вместе вот за коровами. И, ну, короче, их искать. Так, отвязываем лошадку. Кстати, ребята, у меня есть для вас задание, как назовем лошадку. Сейчас, да господи, да лошадь, отойди. Да, я тебя подписчики рассмотрю. Ну, короче, она такая вот коричневая, пятнистая такая белая. Может, ее пятнышко назвать? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, пятнышко очень даже прикольное имя. Вот я, кстати, нашла корову первую. Только одну, не повезло, не повезло. Но зато из нее две кожицы выпало. Нормально. О, ослики. Давайте их с собой возьмем, и тогда они у нас будут эти сундуки таскать. Офигеть, какая пещера. Офигеть, просто мы в этой серии обязательно пойдем в эту пещеру, потому что я там еще вижу сундуки. Вы знали то, что сундуки, вот, которые находятся в вагонетках в пещере, они подсвечиваются. Вы представляете, до чего Майнкрафт докатился? Вот, что вот сундуки, вот, которые в вагонетке светятся. Обалденно просто. А с трех пшеницы мы все-таки приручили ослика. А, нужно тоже придумать имя ослику. Это, видать, мама. Смотрите, мама и ребенок, господи. Ну, конечно, мы их не будем разлучать и возьмем тоже ребенка. Так, лисята, ведем наших новых членов семьи. Вот. И, ну, реально, это полезно, то, что ослики, на них и кататься можно, они еще и груз везут, вот, то есть они как на лам, можно сундучки напялить, вот. Вот так вот медленно идем, чтобы они с поводка не спустились, вот. Вот тут прям маки растут прям в ряд, знаете, вот, прикольно выглядит, вот. Ничего, ослики, у нас хорошо, у нас климат хороший. Вот, тем более вы не будете в этом заборе. Вот, мы вот сейчас вот вас привяжем, вы будете ходить, свежим воздухом дышать. Так, лошадь привязываем. И еще, ребята, я планирую пойти в эту пещеру. Мне безумно интересно, что там. Ну, скорее всего, там очень много ресурсов, вот, очень много руды. Вот, но для начала мы пойдем книги поставим в нашу библиотеку, в наш уголок библиотеки. Вот так можно даже назвать. Так, вставляем. Видите, какую прелесть Майнкрафт добавили? Вообще, просто разработчики, я вас обожаю. Вот. Давайте еще щит обязательно возьмем. Нам понадобится, потому что вдруг... вот логично, что большая пещера, много мобов. Ну, в принципе, логично, да? Согласитесь? Вот. А сейчас монтаж, так как я слишком долго собираюсь. Вот так. Пока-пока, ослики. Это мы пойдем. Кстати, я еще вот на эту маму ослика нацепила эти сундучки. Вот. Чтобы она груз возила. Вот. Ну все, побежали в пещеру, я взяла двух псов, они мне будут помогать. Вот, о, коровка, повезло, повезло. Вот. И... Так, где она находилась-то, эта пещера? О нет, неужели мы ее потеряли? Нет! Ладно, все, я ее нашла. Вообще, вы посмотрите, какая она громадная. Я сейчас, короче, как хитрая лисичка... поступлю и просто вот возьму и песочек вот разрушу. Так, ну только я перекушу малеха, вот. И берем и вот так вот разрушаем. И чтобы вода туда стекала, я могу запросто туда попасть. Вот. О, мы можем прыгнуть! Господи. Фух, приземлились. Мои псы тоже прыгнули. Посмотрите, какая пещера. Вон тут еще сразу железка, руда. Ой-ой-ой, зомбак тут еще. Вон, я вижу, эти сундуки светятся, вон, видите их? Нужно быстренько добыть железка и отправиться к этим сундучкам, а то мало ли они как-то пропадут, вот знаете, либо крипер там взорвет. Ну ладно, не буду каркать, вот. А, вот у нас еще одна железка. Ну и все, отправляемся к нашим сундучкам. Ой, смотрите, тут крипер. Ой, ой, здравствуйте. Блин, что это такое шипит? А, нет! Нет, мой песик. Это, конечно, очень грустно, но мы будем помнить этого песика. Он даже был без имени, чтобы вы понимали. Вот. Он, знаете, он как пожертвовал собой. Ладно. Постараемся об этой грустной новости забыть как-то. Ладно, добываем руду.
Да, это, конечно, был эпик. Он, знаете, он так побежал, когда бы меня спасти хотел. Ладно, все. Все. Добываем руду дальше. Добываем руду. Ой, мамочки. Уйди, вирус. Вирус. А реально зомбаке на вирус похоже. Вот. О, тут еще железка. Ой, мы разбогатеем еще больше. Ой. Это... Нужно, кстати, еще отправиться в ад. Вот. Ой, я представляю, что там в аду меня ждет. Ой, мама. Ой, паук, уйди, пожалуйста. Где он? О, ой, он такой хитрый, офигеть. Давай, фас, фас. Я не знаю, вот. Давайте назовем эту собачку. Вот. Давайте вот эту собачку, которая вот меня сейчас сопровождает, назовем Лазурит. Давайте. Вот, мне кажется, прикольное имя. Вот. Ну, то есть, и сразу такое вспоминаешься, что это связано с шахтой. Вон, я еще нашла бирку, так что я назову эту собачку Лазурит. Так что вот так. Ребята, короче, у меня родился вариант, что назвать все-таки собаку Лазуря. Как вам имечко? Лазуря. Это вообще прикольное имя. Вот. Я очень много добываю железа, очень много его. Еще я добывала лазурит. Вот. Продолжаем добывать руду в шахте. Вот, шахта очень большая. Прям очень. Вот. И тут мы, наверное, я думаю, что мы найдем очень много руды. Так, здесь тупик. Экономим факела, потому что они нам еще понадобятся обязательно. Так, вот их забираем за собой. Итак, я решила подняться по этой, как бы сказать, по шахтерской постройке. Тут, кстати, летают летучие мышки. И их, знаете, немножечко разработчики улучшили. У них такие большеватые ушки стали. Вот, а раньше у них были такие маленькие, вот. Мистер Крипер, уйди отсюда. Смотрите, он сразу ушел в темноту такой, исчез. Он испарился. Добываем золотишко. А-а-а, паук. Лазуря фас. Лазуря фас. Лазуря молодец. Молодец, Лазуря, на, держи. Нужно еще в синий ошейник лазурь покрасить. Так, добываем дальше лазурит. Вот, короче, я уже нашла очень много ресурсов. Так что мы прям с вами богатые, богатенькие такие. Ой, Лазуря молодец, Лазуря фас. Фух, Лазуря чуть не погибла. Вы посмотрите. Вообще, у него хвостик просто вот... Такой, знаете, пониженный был. Вот. Да откуда столько мистер Криперов? Огурцы, это что за атака огурцов? Ой, капец. Капец просто. Так, ладно, двигаемся дальше. Ой, зомби-жители, ты что тут делаешь? Давай, Лазуря, ты молодец. Вообще, Лазуря, вот, верный друг. Он вас... она вас спасет. Давай... Это Лазуря фас. Лазуря фас. Лазуря фас. Давай. Давай, давай, давай. О, господи, тут еще этот скелет. Да где он? Я в темноте потерялась. Где он стреляет? Вот он. Фух. Лазуря, ты молодец. Тут, оказывается, было два скелета. Вы представляете? Представьте себе вообще. О, тут морковка. Так, перекушу. Ммм, как вкусно было. Короче, ребята, тут атака паучков и зомбарей. Это вообще какой-то реально зомби-паука-апокалипсис. Бежим срочно. Лазуря фас, Лазуря фас, давай. Ой, я случайно мечом прям в Лазурю попала. Господи, бедная Лазуря, ой-ой-ой. Фух, так, нужно... Так, мы что, всех победили? Один паучок остался. Давай-давай-давай. Давай, Лазуря фас. А, ладно, я сама справилась. Лазуря молодец. Лазуря молодец. Сейчас я ее покормлю гнилой плотью.
Вот, на, излечись. Так, смотрите, ребята, прикол. Сейчас я сделаю. У меня просто один тут мод стоит. Да господи, да, отстань от меня, зомби. Отстаньте от меня. Дайте я это подписчикам покажу кое-что. Вот, смотрите, я взяла этот слайм прям в руки, смотрите. А, ребята, смотрите, какая милота. Быстренько рисуем все артики, как я держу слизня в руках. Все, я отпускаю слизня. Ой. Я не знаю, как это произошло. Ладно, пойдемте дальше. Ой, какой красавец здесь купается. Ну-ка, давай, Лазуря Фас. Лазуря Фас. Лазуря молодец, господи. Я просто хвалю Лазурю. Так, сейчас я починю свой лук. Хотя он и так починен, но чтобы не мешалось, вот. Так что вот так, вот так. Пойдемте проверим. Так, свеколочка. Так, ну свеклу я могу и скушать. Ням-ням-ням. Ой, Лазуря этот сундук это, протолкнула, и он упал. Вот, я планирую, ребята, с вами выходить из этой пещеры, потому что мы и так достаточно там провели. Вот, сейчас я пока что постою, у меня тут дела. Так, я решила все-таки немножечко еще покопаться в шахте. Я нашла много руды и даже нашла два алмаза в одном из сундуков, которые находились в вагонетках. И, короче, это быстренькая перемотка. Вот, я добыла кучу ресурсов. Ребята, короче, я нашла спаунер пауков. Вот, тут была немножечко атака. Ой, Лазурь, это куда упала? Надеюсь, она там встанет. Вот, я сломала сам спаунер, получила много опыта. Тут очень много руды, так что продолжаем. Что? Я поставила факел прямо на этот, на гравий, и он обвалился, и я упала с высокого места, вы представляете? Офигеть! Но это даже и в плюс, вот, я рада, что я попала домой, я сейчас все переплавлю, вот. Согласитесь, очень долгая серия, я не знаю, это, у вас хватит сил смотреть вообще, вот, ну, столько, вот. Но вы можете вот там каждый день понемножку меня смотреть, вот. Но если ты поставишь лайк, то мне будет очень приятно, и это мотивация, вот. То есть, если ты даже не досмотрел до конца, но поставил лайк и написал комментарий, мне будет очень сильно приятно. И подписался на канал. Спасибо, если ты это только что сделала или сделал, вот. И, кстати, приятного аппетита тебе, если ты кушаешь. Итак, ребята, на этом моя долгая серия про летсплей по Майнкрафту закончилась. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И всем пока!